Уже более 15 выставок прошло в Расторгуевской библиотеке в рамках проекта «Добрых рук мастерство», благодаря которому читатели знакомятся с творчеством своих талантливых земляков. И вот новая экспозиция. Здесь на время поселились зайцы, медведи, ежики, собаки, поросята, снеговики и куклы, связанные в популярной сейчас технике амигуруми. Это японское искусство вязания крючком или на спицах маленьких животных и кукол. Классический рост фигурки амигуруми 10 сантиметров, но это не обязательное условие. Главное, чтобы она была связана крючком именно в этой технике. Автор экспозиции Людмила Дорохина – токарь, инженер по профессии и творец души. Она всего 2 года назад переехала в Видное из Алтайского края. Примерно столько же времени она занимается амигуруми. Впрочем, рукодельничать наша героиня начала еще в детстве. Вяжу я 6 лет. В детском доме я воспитывалась. И там нас всему учили. Нужда учила. Начинала с одежды, аксессуаров и предметов декора, изготовлением которых наша героиня занималась свободное от работы время. А пару лет назад в интернете увидела игрушку амигуруми и сразу же захотелось связать такую же. А потом еще и еще. В интернете загляну на игрушку, посмотрю, мне понравится. Есть все в интернете, все есть. Угу. Вот. Увидела. Понравилось, связала. А вяжете по схемам или сами? Сама я. Я не вижу, я плохо вижу. Угу. Зрение падает. И поэтому я вяжу по чутью. С тех пор Людмила Дмитриевна связала не один десяток таких зверей и кукол. Увлеклась японской техникой и супруга сына нашей героини. Ее работы тоже представлены на выставке. Вяжут на заказ и на продажу. Именно так и познакомилась с мастерицей, заведующая Расторгуевской библиотекой Татьяна Назарова. Иду с работы и вижу стол с вот этим богатством. Около станции Расторгуева встала. Ах, какая красота! Ну, яркие игрушки, веселые, замечательные. И очень хочется, чтобы наши жители познакомились с таким вот замечательным творчеством, как амигуруми, и мастером Людмилой Дмитриевной. В ближайшее время мастерица планирует провести в Расторгуевской библиотеке мастер-класс по изготовлению игрушек в этой технике. А если будут желающие, организовать занятия на постоянной основе. Экспозиции можно полюбоваться, а также приобрести приглянувшиеся изделия до конца сентября. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.